Когда девушка говорит своему молодому человеку, что ей недостает внимания, для него внимание – это что такое? Деньги заработал, замуж взял. Такое представление. Я работаю целый день, зачем? Деньги домой принести. Он в этой же логике. Я работал, ты принес деньги домой. Жена должна быть счастлива. Я же столько внимания проявил. 12 вкалывал. Вот. А для нее внимание совсем другая вещь. Вот. И она говорит, ты обо мне не заботишься. А она под заботой предусматривает то, что ей нужно эмоциональное участие. Что она не хочет, чтобы как будто бы чужой человек ходит по квартире. Понимаете? Вроде бы поговорили, а о чем? Каждый о своем. Потому что каждый свое значение вкладывает в слово «забота», например. Для мужчины забота – действие. Для женщины забота – то, что она чувствует.